Всем привет! Смотрите, какая у меня красивая получилась яичница. Это я высмотрела в Инстаграме, там, как делали. Вот эта рюмочка, я вырезала колбаску, немножечко поджарила на сковородке, яичко и зелень. Ну, прям красота. Я думаю, что Даше сейчас очень понравится. Дашулька! Говорит, сейчас иду. Я думаю, что ей понравится. Не знаю, так красиво выглядит. У нас уже, ребята, 3 часа дня. И я только выбралась из дому. Вы понимаете? Вот сижу дома сегодня, и никуда мне не хочется. Вот никуда. Погода у нас такая пасмурная. Такое, ну, небо затянутое. Знаете, такое, ну не мороз, но и не тепло. Вот такое небо затянутое, как вот на снег на какой-то, или типа дождь будет, или снег, или я не знаю. Думала вообще сегодня никуда не ехать, но надо. У меня у котика закончился корм. Ну вы же понимаете, голодными, понятное дело, что я их не могу оставить. Поэтому сейчас поеду, куплю им корм. Вот. Вчера переписываем с Леной, и я пишу ей, типа, буду сейчас ехать в магазин, типа, надо съездить. Этот, она говорит, я еду, давай заодно и тебе куплю. Я говорю, да не надо, типа, я сама. Тут проходит, ну может, час, не знаю, сколько. Вот, звонит мне Лена, говорит, слышь, Надь, там это, Костя тебе понес кулечек для Даши, я там чуть-чуть ей вкусняшек купила. Открой двери. Я говорю, хорошо, открываю дверь. Пакетик маленький. Сейчас покажу вам, сколько она всего купила для Даши. Я была в шоке. Переписывалась сегодня с Леной. Ну вот вечером и говорю, Лена, надо мне ехать, короче, в магазин. Она говорит, так давай я тебе куплю, что там тебе надо. Говорю, да ничего, типа этот. Не надо, я съезжу сама. Приезжает. Говорит, я там Дашеньке кое-что купила. Это, сейчас Костя занесет пакет. Смотрю, Костя заносит пакет такой нормально. Вы только посмотрите. Ну, с ума сошла. Колбасу, сосиски, сыр, сырочек, витамины эти, бананы, водичку, сок. Ну, короче, капец, сколько всего. Я в шоке. Лена, спасибо тебе, конечно, большое. Я говорю, нормально так закупились. Ну, нам этого с Дашей на неделю точно хватит. Дашулька, ты сейчас покушаешь, наверное, борщик сначала, да? Ну да, на игрушки хочет смотреть. Я в шоке. Сколько всего, гляньте. Колбасу, сосиски, сыр, Даша. Ну, колбасу будем тебе на бутерброды в школу давать. Вот многие спрашивали, что у вас там по школе, но вроде бы Черкасы, да, входят в красную зону. Вот, но я не знаю. Не знаю, сказали, что в школу нам идти. Мы идем в школу. Очень многие мне писали, вот на примере, что этот дистанционка у деток. У нас нет же. Мы учимся. А там как будет, то кто его знает. Я вас ем. Ам-ам. Угу. Даша, конечно же, с трудом отложила все свои сладости. Большим трудом. Сказала, ну хорошо, мама, сейчас я покушаю, потом буду кушать сладости. Так что. Угу. Фрося тут в помощь. Да, Фрося? Фрося, иди уже. Даш, ну чего ты? Шерсть и все такое, ну. Глянь, она сразу лапы. Такая, угу. Она не съест, может ей цибули дать, будет вкусно. Нет, не будет она такое. В общем, все, кто сейчас тоже кушает, всем тому приятно. Приятного аппетита. А еще хотела вам, короче, показать цветы. Смотрите, вот это вот букеты те, что дарил Костя и Дашулечка. Вот этот почему-то быстро завял, надо уже завтра выбросить. Этот еще живой, эти цветочки тоже еще живые, но уже немного привяли. А вот этот вот, посмотрите, какой вообще, какой был, такой и есть. Тюльпаны, вот эти вот розы это. Розы, похожие на пионы. Ты меня ж укрепляешь, сидишь, или я не поняла? Я говорю, что вам жжжж. Ты что, жжжж, слышу?
Думаю, издевается сидит. Ты давай оно сербай, сербай давай. А я наелась. А я ничего не знаю. Ты лук кушаешь и перец? Да. Как смешно. Лилии вот эти. Посмотрите, ну такое, как дарили, такое и есть. Вообще не изменился. Такая красота. Говорят, что когда цветы долго стоят, то их подарили с любовью. Не, я не говорю, что эти без любви подарили. Что? Что? Да я шучу. Но я слышала, что слышала, ты говорю. Чего-то. А это потому не с любовью, да? С любовью, с любовью. Ты эту татушечку себе на руке смой. Я бы сказала, это уже грязь какая-то. Sorry. У меня какой-то синяк, смотрите, какой. И откуда он взялся, не знаю даже. Они пришли и задавились. И сделали синяк. Давай, махай веслом, дочь моя. Это не я, это все блогер. Угу. Ну что, поехали в зоомагазин. Все, я уже, короче, скупилась. Боже, куда я дела ключи от машины? Ебу, сегодня что-то не то. Фу, так жарко стало. Еще этот шарф напялила, понимаете? Жарко. Было холодно, холодно стало, жарко. Короче, взяла котикам корм. Купила Даше кукурузку, она попросила. Вот. Ну и все. Да. Можно ехать домой. Вроде бы все. А, вот. Еще забыла, кое-что надо сделать. Меня попросили сбросить контакт стоматолога, куда я ходила. Вот. Сейчас. Сейчас я сброшу. Так, а где же он у меня? Все, можно уже теперь ехать домой. Кстати, ребята, я видела комментарии, где вы писали по поводу Фрози. Вы спрашивали, что где делась ваша кошка Фрося. Фрося как жила, так и живет с нами. Все на месте. И Бину, и Фрося, и Беня. Все со всеми все нормально, все живут, все хорошо. И представляете, сегодня, короче, созванивалась с мамой. Она говорит: Надя, ты не представляешь, что произошло. Я говорю, что? Говорит, у меня в дровах на улице квочка, курица, высидела яйца, цыплят. Ну, короче, не яйца, а цыплят. Я говорю, ну, где-то им так порядка дня, говорит, по три примерно, представляете? Маленькие, но, говорит, где-то больше 10. Ну, такие вот это цыпленки, представляете? Говорит, я не знаю, что с ними делать, куда их, чтобы они же, ну, не замерзли, этот самый. Говорит, не знаю, что с ними делать. Ну, говорит, сарай туда, к животным, чтобы тепло же было. Говорит, куда их в дом нести, что с ними делать, говорит. Это в дом занеси, только, говорит, всю зиму будут с нами, ну, типа, в доме жить. Это что же не годится. Ну, в общем, я в шоке. Такое у мамы пополнение, короче. В семье, угу. В хозяйстве, вот-вот. Пополнение в хозяйстве у мамы, представьте. Вот он, Беня, Бенедикт, пожалуйста. Смотрите, все с ним хорошо. Лежит тут на стульчике на кухне. И вот эта девочка Фросечка. Видите, все с ней хорошо. Смотрите, что она делает. Видите шарик? Вот, лопнула, лопнула, лопнула. Кто это все сделал? Она, ну вот это возле нее, видите, шарик, она и этот сейчас лопнет. А когда она их, ребята, лопает ночью, то у меня ощущение, что у меня сердце остановится. Представляете, тишина, тишина, и она как лопнет. Ну, любит так шарики. Так любит шарики. Гляньте, мурлыкает. Да, говори, Фрося, всем привет, потому что переживают, где ты делась. Звезда Ютуба. Давно никто тебя не видел.